Хочу представить вашему вниманию новый гибридный сорт. Это сорт PL-2605-23. Этот перец родом из Перу. Высота этого кустика от 60 до 80 сантиметров. Этот сорт можно выращивать как в открытом грунте, так и на балконе, в цветочных горшках, так и можно выращивать в теплицах. Срок созревания этого перца 100 дней. Острота перца от 40 до 50 тысяч сковелей. Это, можно сказать, среднеострый сорт. Этот перчик толстостенный, имеет сладкий цитрусовый вкус. Так вот он выглядит, кустики вот эти. Смотрите, какое количество перцев. Просто нереально. Очень большой. И кустик маленький, а плодов очень-очень много. Такие кустики можно хорошо выращивать на балконе или на подоконнике. Они не занимают много места. И будет у вас очень вкусный перец.